have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет. Всем здорово. Всем доброго времени суток. С нами Кэп, с нами Слаг, с нами Пика. Кот, он же лошадь, я не знаю, как его именовать в последнее время, так что выбирайте сами. И да, собственно, Хрюшечка А10 на заднем плане, он у нас сегодня звезда нашего шоу, поэтому мы пришли... Вы флайеры взяли, надеюсь? Команду, давайте... Желтую. Кого, блин, взяли? Я ничего не взял, извиняюсь. Флайеры. В базе возьмите флайеры. А, ребят, смотрите вперед до 10 сейчас. Посмотри сейчас вперед до 10. Так, стоп. Я в желтой команде. Лети! Опа, РСД! Сейчас, погодите. Флайеры взять? Давай, да, флайеры возьмите. Сколько? Уйди оттуда, это меня убьет. Ну, там только один можно взять. Я шлемом выдержал выстрел за 10. У меня шлем, я готов. Принял кирпич головой. Давай. Давай, улетай, я готов. А вы чё, офигели что ли? Давай. Я забыл правый двигатель включить подальше. Глупый такой вопрос, это же на одного человека, правильно? Да. А зачем это нам? Сделайте кто-нибудь вертушку, пожалуйста, будьте бобры. На крылья садитесь. Да. Флагман в форме, это у него есть. У меня простите, только Little Bird выше, извиняюсь. Только я обладаю не сверхними богатствами. Тебя в турбину засосет, будет очень, да очень нет, британский фарш. Я лошадь. Давай. О, это этот. Все, поехали, кот. А, стой. Вот в том-то и дело, пойдем, нам вертолет нужен. Забыл. Стой. Ребят, извиняйте, конечно, но только Little Bird. Так, я буду стоять на взлетно-посадочной и ждать ваших указаний. Я не могу его купить. А на чьем Сикорском мы летали в прошлый раз? На моем. Ладно, на твоем. О, да, спальня Сикорского. А толку? Надо же на Хрюшку посмотреть. Блин. Я-то и на А10, и на вертолете летать не могу. Вот, понимаешь? Заспавните кто-то так Сикорскую. У нас здесь звезда обновлений. Ты же не сможешь лететь на чужой вертушке. 10. Хотя если мы из одной команды, возможно, и сможем. Зачем я сюда бегу? Не, нельзя. А зачем я за тобой бегу? Это очень хороший вопрос, я не знаю. Я пошел посмотреть, как десятка взлетает. Куда вы вообще бежите? Я хочу посмотреть, как десятка взлетает. Ну ладно, тут закат происходит. Заспавните кто-то Сикорского. Десятка будет взлетать потом. Да ни у кого кроме Дезерта нету Сикорского. Так купите. А, ну да. Нет хлеба, съешьте пирожные в самом деле. Я бы купил, мне денег-то хватает. Исторические отсылочки, это я люблю. Я бедный. Так, сколько у тебя там мест? 4? Много. О, хорошо. 3, 4, 5. Все, красавчик. За лошадью залети, пожалуйста. Куда ты бежишь? Стой. Why are you running? Он летит. Нет, мы на этом, на мелком. Блин, я забыл, как эта модель называется, народ. Кто вспомнил? Little Bird. Ага, окей, спасибо. Нет, я имею в виду, чья она. Кто это делал, кто производил? Не помню. Да не американцы ты, вроде. Не да блин, я свой собственный вертолет куплю. С блэкджеком? И мамзелями? Жесть, ну ладно. Так. Ладно, пойдем, раз котяра не хочет. Куда вы полетите, сразу говорите, чтобы поддержка авиа. Да. Куда мы летим? Блин, сейчас ночь начинается, черт, опять ни черта, я этот ПНВ не купил. Ни черта не видно будет. Ладно, поехали. Пика, у тебя ПНВ есть? Конечно. Красавчик. У нас сейчас будет два параллельных экрана ночью без ПНВ. Та-та-да. Флаг, слышишь, тащи их на ту базу, которую мы фармили. Только ЗРК отстрелите сначала. И потом... Кого дождь ЗРК, кого оно волнует? Меня. Кот, ты что там? Ты залезешь на борт или нет? За тобой летит? Давай вниз. Ну, блин, ты не умеешь водить вертолеты. Нормально. Быстрее, там лють идет. Все, поехали. Молодец.
У нас фотолевы в команде, или... да? А, это влево или вправо лететь, Дезерт? Относительно чего? Относительно очков. Налево. Ну вот смотрите на Луну, по Луне ориентируйтесь пока что. Она медленно идет. Если налево. По Луне, то налево. Медленно идет. Пролетишь горную базу. Ну, относительно. Мне еще левее, левее, в разы левее, Слага. Погодите, это разве не дорога на карьер, да? Это... А, ну да. Нам туда. В ад. А, короче, я вас буду спускать на этом. Наверное. На канатах? Вас, Слаг, сади на дорогу перед базой, вас ЗРК сорвет сразу. Давайте аккуратненько, да, пока мы горами прикрыты, давайте аккуратно подходим, потому что... Я умею ЗРК доджить. Не умеешь. Умею. Своей тушкой в полете? Да. А, ну тогда там ладно. Там эти, там из... это оцелота установлено. Подожди, стой, а куда мне? Нам в зиму надо, или куда? Не-не-не, куда в зиму? Я туда не полечу, иди нахер. Я прыгаю! Нет, стой! Давайте не расходимся, ребят, пожалуйста, как в прошлый раз. Просто это, я просто не помню, что... Слага, вруби демку. Я не помню, что... Я тебя буду корректировать. Переместите сюда нитку. А, я могу его переместить. Нет, не могу его переместить. О, есть? А зачем? Ну, я за ним не полечу, ничего не знаю, короче. Так, налево. Мишечка, что это за зеленый свет был? А, это для того, для прыжка. Это поезд. А. Да блин, повыше, если лететь повыше. Пониже, если этот объект вражеский, то... Нет, чувак, там... на вертолетах летают низко, высоко летящий вертолет, мертвый вертолет, ты чё? Да кто тебе права вообще дал? Неужели карту переработали? Карту переработали, я вот что-то не мне помню, кажется, чтобы что здесь да. АЭС была. А где дырка? Честно, я тоже АЭС тут первый раз вижу, тут курчатки а не было. А вы вообще где? Мы возле АЭС. Я просто пиксели, направо, направо, Слаг, направо. Слушайте, а где дырка? Ты посмотри, ты отдаляешься от нас, ты посмотри по 7300, 7400, 7500, ты посмотри на Bearings. Так, лево. Ему все равно. Куда нам, да? Снижайся, снижайся, снижайся. Наверх, наверх. Может, здесь на дорожке высадим? А я с парашютом прыгну. Разобьёшь. Давай. Как бы тут просто, я хз, что это? А где наш бункер? Я спускаюсь. Да вот нет. Чего ты не умеешь? Блин, да а как мне разрешаю. Встать? Как прыгнуть? Как мне встать? F, ребятушки, to pay respect. Ой, спасибо. Флаг, у тебя есть ПНВ? Да. Один человек пришел готовый на съемки. А как же я? Ну, не закрыто. Ой, я не забыл, что F это. Стену подолбиться и уйти отсюда. Карта переработала. Это стена так... плача, пришел, поплакал и ушел. Я фонарик взял. Попробуй слетать в пустыню. Тогда фонаря это все, ладно. Так, ладно, короче, полетим в пустыню. А зачем мне ПНВ? У меня фонарик. Фонарик тебя типа палит. Сядь. О, вот так, хорошо. В кого они тебя палят? Тебя боты и так видят. Кстати, да. Вернитесь. Ты куда? У нас потери. Этот, нитка просит, чтобы его сюда закинули. Он не просит. А требует? Я не верю. Дойди чат for gamers. Ты все равно не за штурвалом. Не вижу ничего. А, так, Пика, может, давай. А, да нет, тут... Минуточку, ребят, минуточку, тут минуточку. Нет. Пика или Слаг, у вас у обоих есть права, так что я просто не могу сейчас свернуть во время записи. Слага поэтому... нет. А, нет права на закидывание? Ой, ребят, я не разрашивалась. Нет, ну атомную электричество. О, Воник! Привет, привет, чувак. Он с нами, он с нами всегда во всех видео. Тут грусть, по-моему. Атомной электростанции ни разу не было. Не было, да. Здесь есть враги? Да нет. Потому что по вам не стреляют, их здесь нет. Кстати, ну... А, это точка спавна, это точка спавна. Возможно, да. Мне кажется, надо будет посчитать, во скольких видео у нас побывал Воник, так и не побывав... мы где? Может, за ним синьки? Да, давай. А вы что, издеваетесь? Мне долго на бородавочнике стоять, движки греть. Да, грей, стой, прогревайся, зима скоро. Ой, у меня автор-эффект открыт. Вон, сюда высадитесь. Я здесь могу пройти. А, нет, здесь я не могу пройтись. Слишком много гор, я здесь не смогу. Ну, короче, полетим в пустыню, потому что, да.
О, светает скоро. О, хорошо, хорошо, наконец-то светло будет. Пока пролетали, уже утро. Да-да-да. Ты сейчас звук с моего видео вырежешь? Все, прошатались. А? Ты звук с моего видео вырежешь? Ну да, да, стандарт. Я просто второй экран. Да, давай запросто. Блин, может, мне тоже записывать геймплей самого А10? Давай, это было бы, кстати, очень круто. У нас давненько уже не было записи с двух экранов, а если у нас будет трипл кам, прикиньте, сделать... А? Ну, тройная камера. Ладно. Ладно, ладно, я так понимаю, там что-то свое не надо, я не хочу это знать. Да нет, там... Отсылка, скажем так, к субкультуре, относящейся к моему скину. А, ага. Я, кстати, даже это немножечко понял, к сожалению. Это очень плохо, что я это понял. Ладно. Где чувырлы? Минуточку, Воник нам что-то ответил. Нет, надо будет... В общем, у нас в этом видео сразу несколько ачивок. Во-первых, надо посчитать, сколько раз... Это Воник, ребят, это Воник. Ниже чуть опустись, я не вижу. Ой. Давай, разбейся. Нет, это другой давай чел. Давай, как вот ты к окулисту пришел. А вон там стой. Вот сидит в тачке. Стой, ты к окулисту пришел. Тут в тачке кто-то сидит. Асик. Пипук. Нет, это не наш. Я ему глаза свечу. Он что-то писал, по-моему. Да забейте на него, скажите, что в пустыне летите, да и все, он сам прилетит. Так, Пика, давай, залазь. Пика. Смотрите! Хотите ли ты просад FPS? На! Да не та машина, чтобы просад FPS устраивать. Нужна ботовская. А, зависла. Короче, Слаг, лети, и без них они достанутся. Сами. И... Что ты там спавнишь? Я с вами. Давайте быстрее, блин. Плохо все. Иди сюда. Напоминаю вам. Народ, мы сегодня что-то делать будем. Пол серии прошло, мы А10 видели. Так. Напоминаю, у Фрума и у Кота времени вечное. Есть такая штука. Куда ты? Зачем ты? Ладно. Кто-то сдох уже? Поник, слушай, я извиню, мне просто очень фигово видно, что ты пишешь, там уже часть цензурится. В любом случае, спасибо, что заходишь в каждое наше видео, но ты давай, бы, наверное... Самолет сел. Что это такое? Где он пишет? Что? Внизу чат есть. Вон, видишь, ты внизу написал 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3. А у меня его сообщение не показывается. Я не успел сесть. А тут, по-моему, не... я не вижу лога этого чата. Так, все, тащи, кого нашел. Все, поехали. В этот, в пустыню. Это совпадение, что Desert говорит, тащи в пустыню, не? Да. Любые совпадения случайные. Если вы привезете мне топливо, так уж и быть помогу. Мне нужно снабжение. А чё мы как каракатица-то? Что не так с этим вертолётом? Работает только на нормально, иначе. Видео нормально, в арме творят. В обратной съёмке летим. Да, у нас там я видел челиков в Барме, которые на вертолете на таких же литлбёрдах задом в метре над землей летают, ну, километров 300 в час. Фига себе. Ну, нужно офигенно... Чуть-чуть повыше, стоп. Еще повыше. Нет, мне не сильно. Прыгать? Нифига прыгать не прыгать, я пытаюсь из прицела кого-то увидеть, но я никого не вижу. Давай вообще высоко. Стой, у меня ключи, нет никого, что ли? Есть. Значит, прыгать есть, выше, есть. Тише, ой, тише! Всё, ребята, погнали! Короче, я понял, без меня вы не справляетесь, да? Я вышел, вышел, только не надо меня вертолетом толкать. Сейчас будет атака ребята. Титанов? Нет, атака в ближайшую, по примерной цели, скажем так. Я забыл снайперский прицел. Так, одного снял. Я тоже. Там что еще эти люди, враги. Серьезно? Да, враги? Враги? Вражеские враги в отряде людей. Вражеские враги. Это... Та вертушка, это враги? Это люди обычные, но они для нас враги, потому что они захватывают эту же территорию. Сладко, пожалуйста, а.
Залезай в вертолет и так, подними блядь. Меня высоко-высоко. Я по ним что, не достреливаю, что ли? Что за фигня стоит? К тому зданию. Что взрывается, там, что... О, десяточка! Что давай, стой, чувак! Стой, стой, стой. А теперь высоко еще. А где... А вы не услышали его? Нет. К сожалению. Нас тут немножко прессуют на крыше. Это кто? Я забыл парашют! У вас песчаная буря, погода нелетная, ни черта не видно. Что за фигня? Я тебе сейчас задницу отстрелю. Понял. Не надо. О, вот это сейчас будет плохо. Моя цель на полете А-10 подбить. Что, дурак? А да. Ты мне потом 3000 на ремонт дашь? Почему? Ну, у меня 21 тысяч. Я умер. Ёкарный бабай. Девочку, знаю, сколько там метров. О, я по тебе как по ориентиру буду. 3 сотни метров. Погоди, ну-ка попадай, нет? А чё, от чего пика сдох? Он сдох? Ага. От падения. Морального? Да блин, я из... Мочил ту крышу с вертушкой, вот есть, хорошо. Сигма, блин, я из-за тебя, твоя волна, я из-за этой волны упал вниз, сдох. Ну, вот, он там накрыл еще двоих-троих... Ёпперс, кто? Привет, а, кот. Я палю, если что, в примерное положение противника, я ни черта на подавление, да. Групп. Здесь, во-первых, пыль. Во-вторых, приближение, ну вообще это типа прищурился, короче. Ёпперс, это... Я тут пытаюсь прицелиться. Метки ж мне никто не ставит. Со мной. А как метку поставить? На F? Нет. Да нет, просто киньте мне флайер. Фрум, садись. Сел. Туда прилетит очередь сразу же. Опа! А я с кабины стрелять не могу. Почему я с кабины стрелять не могу? Я вообще ничего кроме этого не смущает, да? Ну теперь немножко да. Та-там-там-там-та-та-там-там. А пожалуйста, на палма утром вышел, выполз. Вас там что, не... вас еще ни разу моей очереди не накрыло? А как ПНВ взять? Купи, накопи звезд на... и прицепи на шлем. Значит, никак. А, ребят, у меня долг минус 53. Тысячи? Рублей? Да. Что да? Это наш, ты что его? А почему у меня на него отображается... Нет, я понимаю, что это наш. Мне просто другое было интересно, почему отображается урон по нему. Я, короче, буду смотреть от лета слага и палить туда, где есть противники. Хорошо. Чё, есть подкрепление к вам? Приехал противник? Сейчас будет. Не наблюдаем, но... А патроны у тебя, да, не входят в бюджет? Патроны в бюджет нет. Хорошо, они не бесконечные. Я понимаю, но... О, кто бы? Вон, вижу. Доход неуспешный. Офигеть! У меня это есть я его план. Убил? Или ты? А, погоди, нет, это я его убил. Я еще никого не убил. Кроме гражданских, к сожалению. За кого воюешь? Я? За своих, за наших? Да, за тех самых? Именно за них, да. Я тут с каким-то с этим с бот... Это, ты бот, чел? Ты warrior какой-то, значит бот. Я с этим ботом, снайпером, короче, пристрелялся, и я ему показываю, куда стрелять, он добивает. Но, вообще, это игрок. Да ладно, у чувака не может быть такой ник. Warrior 1786, вот это не так людей не называют. Это его год рождения, ты не шаришь. Он вампир или чё, я не пойму. Вот, как там, это, походка. Чёрт, жесть! Он на танке приехал. А я тоже хочу. Э, котяра. А вас взрывами не бацает? Наверх посмотри. О, привет. Привет. Вот там немного проблема со входом на крышу будет. А это... А вертушка, интересно, она живая, не живая? Да ну блин! А фиг знает, я вроде своих кост не могу. Хорошо, если так.
Но можем проверить, в принципе. Я, наверное, обойдусь, спасибо. Ну, раз кота не разнесло, то, в принципе... А ты заглубал! Не, ну видите? Все хорошо, вы все выжили. Урона нет по своим. Алло, корректировщики, там это, бросок будет? Кобры. Или мне продолжать вслепую по вам работать? О, кого-то убил. Как выбрать фаер? Тройка? Да. Четверка вообще, ну ладно. На! Вон туда! Работай сюда. Ча будет. Если я вообще фаеры вижу. Вон, 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 я кинул эти, чувак, давай. А, нет, с 10-го фаера не отображается. Стрельба только пример... Ну ты, кстати, очень близко прошел. Люди там остались живы, но ты близко прошел к ним. Вообще, это ж штука по бронетехнике, поэтому противопехотное такое себе, особенно в городской местности. Да видел бы я хоть что-то. Летят две вертушки. Кстати, а может по вертушкам отработать, ребят? Ну, мне тоже кажется, что это было бы логично. Да не, вертушки сейчас это уже все сами отписнут. Убил! Снес вертушку. Оу-оу-оу, классно, минус 2, красиво. Я не знаю, десятка это ассист? Я здесь супер... Ребят, анимация у хилок. Серьезно? Она всегда была. Нет. А, такая? Он раньше вон, перематывал. Вон там вторая вертушка, там... Жесть, это что теперь не получится играть в суперсолдата, стрелять и хилиться одновременно? Блин. Для усилиться одновременно? Да. Где они? Я их не вижу. Ты думаешь, почему я не вижу? А почему такая ночь светлая? Почему тут... Белая ночь опустилась, как облако. Жду, когда по А10 прилетит этот контейнер. Вряд ли. ПС. Прилетит. Где? Я промазал по вертолету. Так это не вражеский. Это наша вертушка. А вообще пофиг. Тут чувак с четырьмя лазерными прицелами пришли. Это Артём, что ли? Нет. Артём любитель такой фигни. Полис какой-то. Бритва? Полис, говорю. Полис. Полис, бритва. Фиг попадёшь. Блин, это... Что за хамсин начался? Блин, меня этот кот и Хакаги Феникс сбивают своими метками. Сидят чёрт знает где. Я не понимаю, где, куда мне вообще лететь. У меня просто... Нет, или что? За эсисты, короче, нифига не дают, потому что я попал в чувака два раза, но его снял снайпер, и мне нифига за это не дали. Попал в кого-то. Да-да-да-да-да, прям хорошенько накрыл, видно было. Тушки полетели. Тушки. Вы засчитали только одного, кстати. Тушки. Тушки. Шкурки. Медвежьи. Так что слышь, что ли, что с ним? У меня патроны кончились. Ух. Ребят. Давай на базу. Грустно. Отработал, молодец. Так, когда мы в PvP пойдем? Когда умрем? Мы не умрем ведь. Тут, вы хотите в PvP, серьезно? Это? Думаю, а мы не рекрет, кстати. Мы пожалуй, команды... не знаю, какую серию мы же записываем, пятую, шестую, может быть, я уже не помню, я сбил со счета. Но, по-моему, это первая серия, когда мы более-менее сплачено что-то действуем и как-то что-то решаем, какие-то вопросы, засели, отстреливаемся. Десерт, можешь, пожалуйста, да. Заспавнить Сикорского? Я хочу одну штуку сделать. Она. Пожалуйста. Не надо. Ребят, время-то ограничено, вы тут все-таки думаете сами. Мне, возможно, этот ремонт придется платить, я в воду упал. Буньк. Да ну пожалуйста. Не, хорош, все. Не надо тебе Сикорского. Сегодня где-то на десяточку смотрим. Десяточка хорошо летает. Красиво. Мы даже не видим ее. Я видел, пусть я ты. Заснял. Есть, я даже пролет заснял. Не надо. Я хочу притащить машину в Сикорском. То, что ты пол серии провел на базе, пол серии провел в танке, Ладно. Это разные вещи. Можешь мне потом скинуть ВК запись? Или кто там снимает? Ну, мою запись ты точно увидишь. Да понятно, но она будет не скоро. А, на следующей неделе. Ну да. Это относительно скоро. Он в самолет. В самолете и упал в воду. Ой, я кого-то, по-моему, грохнул. Я не хочу платить за ремонт, поэтому я просто через АФ4 ливаю. Хитрые махинации. Надеюсь, меня за это не забанят. Когда заспавнить Сикорского уже, давай попробуем хотя бы.
Да ну, ребят, да нет, народ. Да ну реально. Гвоздь программы будет... А10 Thunderbolt. Слушай, чел, серьезно, я иногда замечаю, что ты пишешь, извини, если я тебя не игнорю. Просто тут чат офигеть какой маленький. И вообще среди экшони я очень редко туда посматриваю. Давай мы с тобой как-нибудь... А он вообще как бы существует на сервере нашем? Ну, он нам пишет внизу, видите? Ну, не, на сервере дискордовском. А, ну, наверное, я, кстати, не знаю, надо будет... Ну, чел регулярно приходит на наши видюшки, регулярно пишет комменты, я думаю, что... Вот это интересно. Чел, ты у нас в Дискорде? Нет. А, если нет, то это надо исправить. Потому что, ну, ты же постоянно приходишь на записи, почему бы тебе... Фак, ты сейчас сдохнешь, кстати. По факту, кстати, а можно меня верну? Не! Где Кася? Где стреляет, я не помню. Почему люди такие злые? Спавни я его. Не, ну если у меня 10 слайм сейчас будет, то да. Ребят, когда мы в PvP пойдем, чтобы погореть? Там не считается урон, понимаешь? Нормально, это что сейчас? Ай, ладно, забейте. И там без тайм-код 17.00 вообще никуда. А здесь он попадает под 1-1. О, наконец кого-то убил. Спасибо лопастями, мне прям область обзора. Кроме того, что пыли нагнали, так еще и... Так, что ты вверх вдупляешь? Соли, да? Ингибиторы? Рядом контейнер. Так, ладно, ребятушки. Короче, смотрите, по-моему, неплохо сегодня получилось. Приехали, прилетели, побежали, постреляли. Вроде момент даже без каких-то эпик фейлов. А? Момент истины, живой ли А10. Кстати, да, лицезрели поросеночка. Хорошая штука, мне понравилась. Ребят! Что? Добавили эти, короче, я не знаю, кого? Что это, ну... Тут, короче, ездит хаммер, и у него прицеп сзади при... Что мы мне, взлетать еще раз, или это конец? Не-не-не, я думаю, будем уже заканчивать серию, сейчас я еще попытаюсь кого-нибудь подстрелить. Видимо, PvP... Все хорошо, не сохранилось. PvP, ребят, на PvP можно просто будет отдельную серию выделить, если что. Я думаю, зритель на эту игру всегда найдется, поэтому мы можем просто следующую серию отдельно полчасика выделить на PvP. И попробовать погореть с этого, как вы говорите. А пока что, думаю, что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда. Пока. Пока.